Неделю моды в Берлине во вторник яркими цветами украсила коллекция Лены Хошек. Австрийка сама не приехала на показ, но передала послание в виде своих нарядов. Простой деревенский крой, цветочные принты, орнамент, оборки и ленты. Коллекция «Весна-лето» создана под вдохновением от венгерского фольклора. И не только его. Это микс венгерского фольклора, стиля хиппи, одежды 70-х, бохо-платьев и цыганских мотивов. Я бы назвал этот микс жизнеутверждающим. Lebensfreudige Mischung, würde ich sagen. Массивные серьги, венки, разноцветные пояса. Аксессуары являются неотъемлемой частью яркого образа Хошек. Лена всегда хотела сделать венгерскую коллекцию. Главным вдохновением было то, что Лена любит фольклор, особенно традиционные венгерские костюмы и народные костюмы в целом. Они выглядят просто великолепно, превосходный образ. А вот и завершающий наряд невесты. Многоярусную юбку подчеркивают разноцветные ленты, кружева на рукавах и венок. После финального прохода моделей на подиум выносят фотографии самой Лены Хошек в положении. На них написано «Извините, мы решили остаться дома» и «Целую вас из Вены». Эта неделя моды в Берлине станет последней, которую спонсирует Mercedes-Benz. Завершается мероприятие 7 июля.